Братишка, если тебе нужен левел или игровая валюта в GTA Online, то тогда заходи в мою группу. Прямо сейчас у нас проходят скидки. И за небольшую сумму ты можешь стать настоящим мультимиллионером. Прокачиваем аккаунты на все платформы. Мы уже прокачали сотни аккаунтов, поэтому заходи и закупайся по полному. Ссылка на группу в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Доня, также Димка и Фанни. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Битва за контейнеры». Здорово, бандиты! Так, ребят, сегодня нам прислали новые контейнеры, и по одной из информации, там есть, в них стоят известные нам суперкары, но, ребята, в них есть некий щит, которым нам разрешено использовать. Поэтому давайте выбирайте конты. Третий мой. Вася! Какой берешь? Первый. Вася. Какой берешь? Первый. И, ребята, что нам остается? О май гад! Ребят, на самом деле, у меня моя любимая Zenva, это просто обалденная тачка. И, ребят, у вас есть кнопочка под названием клавиша Е, которая активирует чит. Вот это? Вот это? Это будет весело, пацаны! Что это за читы вообще нам привезли? Ребят, это будет реально мощная серия, полетели на первое испытание. Ну что, пацаны, время для испытания Drag Race? Это будет интересно с читом, и давай, Фаня, отсчет. Раз, два, три. Ой. Димка перевернулся. Он переворачивается у меня? Дима переворачивается. Да, все, максимально. Максималку мы выжили с Фани. Дима, ты все? А почему он перевернулся вначале? А сейчас нормально ты идешь? Да. Капец, Димка просто под самое начало перевернулся. Дима Финир, короче. Финир у меня. Тормозам? Я успею? Не, не успею затормозить, ясно. И Димка, короче, последний нас идет, ясно. Пацаны, что такое? А чё по форсажу? Посмотрите на меня. Ты реально подлетаешь, что за бред? Что за бред? Ребята, это реально жестко, мы записываем баллы и летим на второе испытание. Итак, ребята, время для второго испытания. Это у нас прыжок в длину. Мы ввели новое правило, что можно использовать чит только 5, то есть 5 клацаний после прыжка. Димка, как обычно, куда ты делся? По секунде. Да, по секунде можно нажимать, то есть 5 раз. Либо сразу 5 секунд сразу же, то есть. Дело к ночи, пацаны. Так, пацаны. И все, я прыгаю. Что тут, мейнбанк? Так, раз. Два. Три. Четыре. И пять. Все, пацаны. Короче, все. Два. А ты где там? Охренеть. Три. Я лечу на Вайн, вот, пацаны. Пять. Я на Вайнвуде. Я на Вайнвуде. Я на Вайнвуде, вы что? Я рядом с тобой, брат. Это про, это рекорды, пацаны. Ты видишь меня? Охренеть, да, получается, я первый. А где у нас Диму? Ой, у нас Фанни здесь в кустах. Да, Фанни, а Дима сейчас далеко, да? Это, пацаны, просто охрененно. Мы записываем баллы и полетели на последнее испытание для этих тачек. Итак, дорогие друзья, время для последнего испытания для этих тачек. Это у нас есть с горы Чили. Опять-таки есть чит. И давай, Фанни, отсчет. Раз, два, три. Я что-то не то сделал, пацаны. Что ты сделал? Так, нормально? Все нормально. Я лечу. Я лечу. Уверен? Да. Я тоже. Я лечу. Куда я лечу, пацаны? Куда я лечу? Я чуть... Вау! Куда я лечу? Я в дырдочку лечу. Пацаны, я застрял. Ребят! Я вообще, как я здесь застрял? Я в дырдочку лечу, пацаны. Это габелло. Я застрял. Все. Я заехал. Пацаны. Точно застрял? А все. Вот сейчас я смог выехать. Это... Фанни выехал уже, да? Финишировал, Фанни? Да. Блин, я второй так застрял. Да, я последний. Я так застрял. Да вы чё? Это должен быть просто. Это должен был быть обалденный финиш. В итоге не фартануло, не повезло. Обидно. Ясно, ребят, записываем баллы и полетели выбирать новые тачки. Итак, дорогие друзья, время для вторых контейнеров. Давайте выбирайте первый. Какой берешь, Фанни? Третий. Мне, ребята, второй. И что же у нас там скрывается? Давайте посмотрим. Хурпер, пацаны. Ну как, это. Перформанта, имею в виду, уракан перформанта. Хурпер, уракан перформанта, да. Сена, пацаны, да. Ну это жестко, опять читачки, но... А, здесь, ребята, уже нет читов, смотрите, мы нажимаем нет читов, то есть, да, получается, уже все отключили, было. Да, читы, блин, обидно. Окей, ребята, машинки мы получили, полетели на первое испытание. Итак, дорогие друзья, время для первого испытания для этих тачек, это спринт-гонка, давай, Дима, отчет. Дима, ждали. Дима. Три,
два, один! Поехали, поехали, поехали. Go. Опа, я успел, я не успел здесь. Тихо, тихо, спасибо. Тихо. Нормально, нормально, Дима, когда... О, Фанни, 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 Фанни. Тебя ж Хурпер, ты должен гасить. Да всех. Как, меня гасит, а не я гашу, нормально. Так, тихо, 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 тихо. А, да копы, конечно, копы на хвосте. Так, нормально, 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 давай, 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 давай. Отлично, 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 просто. Пацаны, просто в транду. Что такое? На этом выступать, это просто дикая боль. Боль, 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 боль. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кого поворачивает? А-та-та-та-та-та-та. Ну, поворачивает же, а у меня вообще тут прямо съезжает. Так, 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 пацаны, главное сейчас просто идти нормально и как бы, чтобы было все. Там... И не ложись. Тихо ты, я улетел в реку. А, дурак, супруга. На, я ППСника подкинул. Вот ты дура, ты. Меня Фанни, блин, насадил, короче. Не специально. Пацаны, я не с вами. Ты не с нами? Да Дим, как вообще там сам по себе? Вас послушайте. Ты сам себя насадил. Я такой еду, думаю, о чем вы там вообще? Тихо, 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 тихо. Я, что? Мне показалось, я пролетел, короче, через... Что пропал? Пропал коп просто передо мной. Я пролетел, мне показалось, через Бобик, вот реально через него пролетел просто. Я с поворот проскочил. О, минус поворот. У Фани нормально. Минус Фани. Тут ехать. Ну, у Фани все хорошо, он уже насадил. Да, блин, все хорошо. У Фани не дался, да? А вы где? Мы где? Мы по GPS идем. Ой, капец меня здесь фризит немножко. Вместо кошачьих бегает. Вместо кошачьих? Боже, это просто дикая боль. Блин, ну я Фани уже не догоню, кажись. О-о-о-о. Ой-ой-ой. Да дура! О, убрался, 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 Фанни, убрался. Да хорош! Да чё он нормально, делает? Хорошо, нет! Куда я тебя подкинул, братан? Козёл, боссы! О, что это было? Что это было? Пацаны, просто пишите тайм-код, что это было сейчас? Ничего не было. У меня просто машина появилась на мне сейчас. Бегам, смотри, я финишировал. Рядом. Просто машина появилась на мне и подлетела. Это что было сейчас? Это не Субурбан в конце. Это просто... Это как было страшно сейчас, честно говоря. Окей, ребятки, записываем баллы. Димка где-то очень далеко и полетели на второе испытание для этих машин. Ну что, пацаны, время для испытания дерби. Димка самоубийца, кажись, да? Давай, Димка, ты еще делай. Давай, еще. Смотри, погнали. Диман на демоне, да? Фанни, 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 зажимай с другой стороны, да что ты делаешь? Бро, да что ж ты надо было зажимать? На! Давай, давай, еще, еще! Спасибо, я выиграл! Чего? Ну все, Фанни, видимо, убрался ведь, да? Нет или что? Да, я вроде скатился за него все. Давай, ладно, продолжаем. Пускай пробуем дальше. Чего? Чего? Сенка, ты чё делаешь? Сенка, сенка, пацаны, я заехал, пацаны, я заехал. Что ты, да, ничего не знаем, там уже конец. Смотри, там конец. Там уже конец тебе. Дима, не мешай, мы еще с Фанни играемся. Ладно. Ой, тихо, у нас сейчас здесь Фанни дерби продолжается. На! Да, ебой, отлично. Да, Хурпер тяжелее, реально. Ясненько, ребятки, записываем баллы и полетели на последнее испытание. Итак, дорогие друзья, время для испытания, для последнего испытания. Это прыжок с грычили, а ты просто... Емай, Фанни перелетел. Ой, а чего у меня так падает? Тихо, 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 только не взорвись. Ну, я плохо летел. Она тяжелая, тяжелая, да? Не зря она до стрип-клуба только летит, она очень, очень тяжелая. Очень тяжелая, да? Ой, на колеса встал. А на дерби она дерьмо. Я на колеса встал. Давай, давай, пожалуйста, что перелети. Ну перелети, ну перелети, ну, 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 ну. Что-нибудь. Фанни, сложно. Фанни, Димка, Димка, Фанни, захватите дерево. Меня. Да, что за фигня? Димка, ты куда? Далеко собрался-то? Вторым приехал, ну, Диман. Такое себе. Да, Димка скатился, камушек. А что у меня дрифтит? Я не нажимаю. Все. Камушек. Что, получается, что я первый, Димка второй, Фанни третий. И, ребята, мы записываем баллы и погнали на подсчет. Итак, дорогие друзья, мы подсчитали наши баллы. И сегодня последнее место занимает, угадайте, кто? Димон. Димон, да, 9 баллов у Димки. Второе место у нас Фанни занимает 12 баллов. А у меня, ребята, пятнашка. 15 баллов, пятнашка, да. Пошла. Такая, ребята, сегодня получилась серия. Очень необычная, прикольная, забавная. Сегодня нам впервые достались тачки со встроенным читом. С каким-то нереальным ускорителем. Это было офигенно. Ну, ребята, если вам серия понравилась, то ставьте лайки. Всем удачи и всем пока-пока.